Вперед! Они что, клад ищут? Отсюда стартуете бросок, то есть броска тормоз, не шайб, выбираете тормоз, бросок, 7 шайб, 3 забили, закончили. Идет с ногами, короткая защитники, да, это в угол шайбы идет, длинная защитники, да, и реверс идет. Нормально, все в головах, силы найдутся, главное настроить голову правильно, скажем так. Настрой, как всегда, боевой, нам надо выигрывать в каждом матче независимо. Борис это не Борис, вот. Хорошо ребята играют, давят неплохо в чужой зоне. Надо быть готовым с первых минут. Я думаю, будет много болельщиков сегодня. Погонят их вперед с первых минут. Вот главное начало не проморгать, а дальше играть свою игру и будет все в порядке. Дает в конце каждой тренировки немножечко таких азов, так скажем, просто вспомнить, чтобы в игре уже до автоматизма дошло. Получилось на контратаке поймать там защитников на ошибке. А, изначально была установка бросать побольше, то есть не выдумывать передачу. Так и сделал. Ответ Металлурга тем временем. 2-1. Передача направо напрашивается. И это бросок, и это гол. Ничего себе! 1-0. Металлург открывает счет благодаря великолепному броску Семена Кошелева. Прекрасный бросок, верхнюю девятку над плечом у Никиты Бояркина пролетает шайба. Да я уже говорил на турнире, ты у меня спрашивал, то есть мне всегда приятно на родину приезжать, то есть какая-то дополнительная мотивация показать, проявить себя. Ну и атмосфера здесь, я сейчас повторюсь, классная, то есть и большой стадион, много болельщиков. Голдобинга под действием фоллоу. И вот сейчас Кошелев бросал. Здесь опасный момент. И это взятие ворот. Николай Голдобин, он продолжает штамповать очки в последнее время. Шикарный розыгрыш и 2-0 в пользу Металлурга. У нас получился очень хороший первый период. Здорово отработало большинство. У нас много пасов очень доходило. И, в принципе, очень интересно, красиво мы смотрелись. Да? И в первом периоде был уже матч предрешен. Анатолий! Давай, братва, разминочку хорошую. Кошелев. Через ближний борт передачи не проходит. Далее защитник не вынес шайбу. Бросок и шайба в воротах. 3-0. Это вновь гол в большинстве. Да, что там рассказывать? В принципе, я думаю, он немного такой случайный был, так скажем. Там шайба отскочила мне на пятак. Я просто сразу бросил и здорово попал. Все спрашивали, где Толя, где Толя? Вот он, 3 очка сегодня. Как эмоции, как впечатление? Да все отлично, здорово. Соскучился по хоккею, соскучился по коллективу, по этой атмосфере, по играм. И поэтому здорово сегодня получилось войти в игру. Хорошо, Коля.
это не случайность. Лайпциг принял, бросил и забил. Еще один гол в большинстве. И это уже разгром. 0-4. Ну, сегодня здорово. Я думаю, начали играть правильно. Забили хорошие голы и, в принципе, в первом периоде уже сделали результат. Да, здорово, все отработали. Просто молодцы. Приятно смотреть было за нашей командой. Люська, вот, Люська первая. Да, то есть нас вывешивают по вратарям статистику перед игрой, там есть, так у всех, так скажем, есть слабые места, то есть куда рекомендуется. Я посмотрел у Пашки, он выходил 0, думаю, нет, бросать не надо, надо выигрывать. Классная передача, еще одна. Сколько провалов у Бориса. Момент у Кошелева, и все-таки он забил. Рано или поздно при таких провалах пятая должна была влететь. Вот, пожалуйста, дубль Кошелева. Ребят, ну здорово, да, красавцы. Все хорошо в меру, молодцы, ребят. Вась, молодчик, легендарная игра, но тут отдам человеку, который сегодня. В порядке. Толя, молодчик. Ну два, все красавцы, всех с победой. Как отдыхаем, так и играем, да? Если после авангарда были бразильцы, сегодня аргентинцы, получается. Называйте, как хотите, аргентинцы, так аргентинцы. На видео хорошо получилось, да?